Итак, друзья, отель Millennium Place Marina, ресторан Аля Карте. Почти самообслуживание. У нас, как всегда, легкий, небольшой завтрак. Французский биточек. Очень вкусный салатик. Омлет из 15 компонентов. Черный кофе. Кефир с клубничкой. Ну, тут всякая снеть. Очень вкусный сыр, маслинки. Все свежее, хрустящее, как будто с грядки. Свежевыжатые соки. Только-только при нас. Арбузики, дыньки. Все такое. Так, это бутербродики с семгой у нас. Икра. Бутербродики с семгой. Икра из баклажана. Сметанка. Так, очень вкусные круассаны и булочки с шоколадом. Так, это только что нам бекончик поджарили горячий. Так, ну, омлет. Всего по два. Ой, а это что такое? Фрукты и овощи. А, нет, фрукты и овощи я вижу. Персики, сливы. Такая слива красивая. Грушки, все твердое, вкусное, сочное. Сок течет, как будто я не знаю. А вот это что такое красное? Ну, сейчас будем резать, если оно, конечно, пищать не будет на весь ресторан. Да, и вот сегодня какое? Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Ага. Да, друзья, еще не забыл, тебя же просили привет передать. Ага. Так, поздравляем имениннику сегодня. Второй день подряд. Да. Желаем здоровья, счастья, долголетия. Мы уже закусываем, как видите. Передаем привет Игорю персонально, по заказу нашего самого преданного подписчика и зрителя. Передаем привет всем нашим зрителям, всем подписчикам, всем одесситам, отмечающим юбилей Одессы, второй день. Ну, за Одессу не грех и покушать. Вот так вот. Да. Да. Чего и всем мы желаем. Чего всем вам желаем, дорогие друзья. И ну, в Одессе любят покушать. В Одессе, как говорят, в Одессе это не едят. Все это не едят, потому что этого в Одессе нет. Да, там много чего есть вкусного. Но самые лучшие изысканные продукты это в Дубае. Да. Привозят самолетами со всего мира. Это же элитный повар готовит с черной шапочкой. Угу. Ну да, это же не просто так. Звездой. Ну да. Угу. Вот это блюдо на улице стоит не вот это 3, а каждое из них по 100 евро. По сколько? По 100 евро минимум. Да. Ну как на улице, в смысле не в этом вот. Не в отеле, хотя в этом ресторане, в принципе, тоже можно зайти с улицы и покушать. Ну, с улицы это будет стоить просто... Вот эта поляна, наверное, 1000 евро будет стоить, как минимум. Я думаю, даже больше. Ваше здоровье. О, семгочка пошла. Свежая? Не второго сорта, нет? Семга бывает только одного сорта. Или первого, или никакого. Угу. Ну, как говорится... Приятного аппетита. Люби, друзья. Да. Слюнки потекли. Все, пошел я тоже присоединяться к Он Живой, а то у меня уже сил нету смотреть на все это великолепие. Все, бай-бай.